Здравствуйте! 29 мая работники химической промышленности будут отмечать свой профессиональный праздник – День химика. Саянский градообразующим предприятием является акционерное общество «Саянхимпласт» – крупнейший в России производитель поливинилхлорида. Людей на заводе работает множество, и у большинства из них есть дети и даже внуки. И сегодня дошколята от всей души поздравляют работников «Химпласта» с праздником. С Днем химика и поздравить рады! Родные и дорогие вас! Как жить без краски и помады, труб, ткани, обуви сейчас? Заедьте всем на белом свете, ваш опыт, ум и тонкий труд. И Менделееву все дети уже два века гордо чтут. День химика сегодня. Хочу пожелать работникам науки минуту не скучать. День химика вас поздравляет с третьим подобных в мир. И каждый, безусловно, знает, мир химии – особый мир. Вы химик, и это призвание. Гордились мы вами всегда. Так пусть же любое задание не ставит в тупик никогда. Пойти формулу земного счастья обязательно найти. И чудо вам подвластно, вам новое творить. Желаю еще больше открытий совершить. Химия, наука непростая, весело по жизни идти. Колбочки, пробирки, реактивы от других профессий отличить. Природа, воздух, люди, климат, все в поле высоких интересов. Тебя везде радостно примут, ведь химик – колесо прогресса. Поздравляю вас, друзья, нам без химиков нельзя. В этот радостный денек вам учите на стишок. Интереснейшая штука – это химия, наука. Хоть куда ни повернись, без нее не обойтись.